помогите нам, пожалуйста, вытащить ребят с этой, от этой ситуации. Наши ребята не подписывались на то, чтобы их кидали на передовую первой линии. Наши ребята шли защищать свою территорию, свою Брянскую область. Вся организация мобилизации была изначально неверной. Не было создано комиссии по мобилизации, на которой люди могли заявить о своем состоянии здоровья. Не было должной подготовки. Ситуации такие, что их кинули без обучения на территории оккупированные. Сегодня был звонок от моего сына, и сын мне сказал, там, мамочка, помоги мне, вытащите меня из этого пекла. Вот все, что мне сказал там мой там ребенок. Я очень прошу оказать нам помощь. Почему? 3 недели его там мобилизации были только вчера, в пятницу, сегодня суббота. Почему он уже там неделю находится на оккупированной там территории? Почему привезли там раненого? Почему привезли? И он сейчас там находится и звонит и просит о помощи. Мамочка, помоги мне. Я очень прошу принять к этому меры. Из тех ребят, которые были мобилизованы 25 числа, у нас уже есть раненый, который доставлен в Ростов. С нашего города. Просим вас, пожалуйста, обратите внимание, весь этот беспредел творится, потому что люди, которые сидят во власти, которые должны были все это организовать, не сделали должных обязательств. И еще, сегодня мы звонили замгубернатора Брянской области Кулешовой Татьяне Владимировне, которая сказала, мне самое главное, чтобы был свет и газ. А все остальное меня там не касается. Поэтому очень прошу к этому обратить особое внимание. Почему нет помощи от губернатора Брянской области?